Ну почему у нас стен в школе нет? Кто украл стену у нас, ребята? Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Джузы, и сегодня мы поиграем в Roblox, а в тайкон и будем строить свою школу. Наконец-то я добрался до этого тайкона, и сейчас-таки мы попробуем здесь во всем разобраться и построить свою супер-крутую школу так, как мы хотим. Первый у нас, ну, конечно же, здесь ставится какой-то конвейер, у нас какой-то дроппер, и что-то он нам должен дропать. Он, наверное, нам дропает сейчас с тобой всякие книжки, да, и вот они идут у нас по этому конвейеру, и куда-то они добавляются, я не знаю, правда, они очень-очень-очень-очень медленно к нам собираются. Ну, так что, мне их надо собирать, да, самому нажимать. Да, смотрите, мы кликаем по ним, и получаем мы коины. Так, теперь мне надо куда-то сюда встать, и... Опа, у нас появился фундамент, первый фундамент появился, и сейчас мы, наверное, дальше будем как-то развиваться. А можно здесь как-нибудь сделать так, чтобы оно само собиралось? Или это именно вот это за робуксы надо купить? Да, 300 робуксов стоит, чтобы оно само собиралось, но ничего страшного, мы сами можем собирать пока что. Я не думаю, что у нас есть какая-то сверхнеобходимость. Давайте откроем еще один дроппер, и у нас появился еще какой-то дроппер. F, это что? Ты двойки будешь ставить нам, что ли? Смотри, он просто ставит двойки на наши книжки. Но, по всей видимости, это у нас листочки, а не книжки. И у нас здесь идут листочки с контрольной работой. Так, давай. Собираю. Ничего себе, здесь уже сколько много. Накапало аж тысячу. У меня коинов есть, ребята. И сейчас мы ставим все. У нас еще следующие оценочки. Так, а сколько всего я здесь могу поставить? Так, еще один дроппер давайте. Смотрите, у меня здесь ставится все. И нифига себе, смотрите, у нас какая гигантская школа-то будет. Мы вот здесь всего лишь какие-то маленькие документы штампуем. Но сейчас будет куда у нас больше. Кстати, наверное, эти по цене, да, у нас будут. Вот цену-ка соберем. Да, 125 они стоят, ребята, уже по 125, и это хорошо. Так, мы это все дело собрали, теперь что же нам сейчас надо делать? Еще один дроппер поставить? Ну, чтобы еще один дроппер поставить, нам нужно 2000 коинов. Ну ладно, сейчас мы соберем вот это все добро, собирай, давай. А что это такое, кстати? Может быть, мы еще что-то можем улучшить, так? Опа, не фундамент, а у нас начало стены положено. И мы уже можем видеть, смотрите, как у нас будет выглядеть школа. Вот она вот так вот будет делиться. Оп. На все разделяется. У каждого будут свои кабинеты. Так, опять быстренько собираем. Здесь все. Собираем, ничего не оставляем. А здесь у нас просто уже появятся стены, наверное. Да, ребята, у нас появились стены. Наконец-то стены. Но межкомнатных стен у нас пока что нет почему-то. Ну давайте поставим дроппер, чтобы у нас были еще лучше оценки в школе. Еще можешь поставить лайк, чтобы были оценки хорошие в школе. Ну и на канал подпишись, там все дела, комментарии, ла-ла-ла. А я пока что собираю здесь свои тетрадки с оценками. Так, давай, собрал. Все, и на что теперь мне хватает? У меня есть еще вот здесь вот, и у меня, наверное... Стоп, очки, у меня уже второй этаж поехал, что ли? А почему у меня межкомнатных нет тогда? Это очень странно. А вот здесь, наверное, чтобы у нас комнатные стены появились, надо будет вот здесь вот собрать. Сейчас мы этим как раз-таки займемся, попробуем, посмотрим. Дроппер мы следующий ставить, наверное, пока не будем. Так, собирай. И сколько здесь вас? Так, ну не так уж и много, Чтобы следующий дроппер поставить, у нас 4000 коинов надо, и это как-то прям уж очень много. Это всего лишь одна арка, что ли? Да ладно, вот, я еще что-то купил, и у меня здесь появилась только табличка, да? Ну, дороговато, я вам скажу. Так, у нас здесь лаборатория какая-то, и она стоит 3000, 5000
1500 есть какая-то комната, но у меня все равно ни на что не хватает. И вот здесь мы будем с вами все по чуть-чуть улучшать. И у нас что здесь есть? А, мы еще двор можем свой улучшать. Вау, такая то, что это такое? Лампа какая? А, у нас, смотрите, сейчас все лампы просто в воздухе летают, потому что у нас нету потолка, и они поэтому просто в небесах где-то парят. Ну, давайте сейчас соберем. Сколько мне здесь коинов-то уже пришло, наверное, предостаточно и сейчас. Да, что-то все равно скорость крайне-крайне маленькая. Поэтому надо, наверное, немножко ускорить этот процесс. Давай, ну собирай уже, собирай. Да. Так медленно все идет, прям катастрофически медленно. А здесь мы что можем купить? И еще стены наверх. Офигеть, просто стены растут у нас не по дням, а по часам. Даже по минутам, я могу вам так сказать. Так, надо как-то ускорять наш процесс, потому что здесь как-то все... А, он, смотри, переворачивает, ставит оценку, получается, да? Так, да, и... А, вот почему так долго идет, потому что он все прожимает. Поэтому у нас так долго. Если мы сейчас еще один дроппер поставим, скорее всего будет еще дольше. Но зато коинов нам дают уже по 150, ребята. По 150 коинов. Но они, правда, медленнее едут. Может, как-то можно ускорить процесс. Давай попробуем еще одну поставить. И все, это, наверное, будет последнее. А у нас... о, подожди. А здесь у нас будут делаться домашние задания на конвейере. Вау, это как? Это типа не надо самому делать, ты просто покупаешь, и все твои домашние задания будут делаться за тебя. Это прям, наверное, мечта любого. Так, ну давай, собираем мы все свои оценочки. Собираем. И мы так и не насобираем, потому что здесь целых 15 тысяч надо. Офигеть, 15 тысяч. Так, автокликер здесь даже покупать я не знаю. Ну, я бы, может быть, его и взял, но здесь так медленно идут эти оценки. Ну, наверное, надо вот это у нас новый конвейер сделать, чтобы были у нас дополнительные домашние задания. Правда, 15 тысяч. А, ну ладно, сейчас мы подождем и соберем все. Нам нужен этот дроппер обязательно. Ну все, наконец-то 15 тысяч есть. Теперь я могу вот эту штуку купить, что бы она ни значила. Так. У нас появился новый дроппер, да? И что он будет нам сейчас скидывать? Новые бумажки он нам кидает, да? А, все, домашние задания наши пошли. Но это даже на принтер похоже. Он как будто копирует их или он выдает домашние задания. Так, о, опять здесь накапало много. А чтобы следующий сделать... Вау, чего? 45 тысяч уже. Вот это да, вот это много. Вот это я понимаю здесь цифры. Ну хорошо, сейчас с новым дроппером у нас как бы побольше идет. Вот да, остается сидеть да и собирать. Но все равно как-то это кажется как будто очень-очень-очень много. Прям 45 тысяч, это уж сколько надо будет просидеть здесь. Ну давайте пока посмотрим, что здесь можно приобрести. Вот здесь мы... А, одна дверь? И чё так дорого здесь? Как? Чё это вообще здесь? Смотрите, просто вот эта дверь, она невероятно дорого здесь стоит. Ладно, ладно, я понял вас, прекрасно понял. Давайте-ка попробуем еще здесь что-нибудь купить. Вот здесь у нас есть стены, четвертый уровень, получается, стен. Так, здесь мы пока соберем, стоит ли его покупать, интересно, или нет. Я думаю, может быть, наверное, все-таки не стоит. Зачем нам еще выше стены? Хотя, может быть... Все-таки потолок появится, но я думаю, потолок у нас покупается где-то в другом месте, поэтому давайте-ка мы посмотрим. Посмотрим, где... Видите, у нас даже стены выше, чем у нас лампы находятся. Где-то здесь. Ну вот кафетерия 5000, да, здесь вот дверь. Здесь что это такое, непонятно тоже. Это здесь у нас классы. Давайте мы, наверное, с чего-нибудь подешевле. О, стрелочка сюда ведет. Что это за стрелочка? И давайте мы все-таки ее приобретем. Может быть, это что-то крутое. О, это у нас первая парта появилась. Первая парта, так, а здесь что, вторая парта появляется? Вторая парта.
Офигеть, и нам здесь каждую парту надо будет покупать. Вот это да, вот это расходы у нас. Ну как бы школу построить вам не шуточки. Много денег придется положить здесь. Очень много денег. Так, у меня даже 5000 нет. Но давайте мы здесь что-нибудь. Опа, шкафчики появились. Шкафчики, это хорошо. Давай здесь тоже что-нибудь поставим. И у нас какие-то картины появились. Или это окна, подождите, я не понял. Ну похоже, нет, это... А картины какие-то. Просто картиночки и дверь. Поставим дверь и вот так все. Теперь у нас есть вход в школу, и ученики могут приходить сюда. Они такие: учиться, здравствуйте, все, я пришел на занятие. Во дворе что мы можем? Здесь тропинку, наверное, какую-нибудь выстроить. Вот что-то типа я поставил и... А это что это такое? Что за сундук? Это что за сундук, ребята? Давайте-ка посмотрим, может это у нас бонусы какие-то открылся, но... А что я получил? Собственно говоря, что я получил? Мне, наверное, дали немножечко коинов, но этого очень мало. Я думал, побольше будет коинов. Ну, давай вот это что-то мы поставили. Скамейки появились, а дороги нет. Вот это поворот. Так, идем собираем. У нас, наверное, там дроппер наш надропал целую кучу. Вот самая забавная вот эта дверь. Просто перепрыгнул, и все. Какой толк от этой двери? Непонятно, ребята, вообще ни капельки. Ладно, давайте собираем здесь наши оценочки. Ну, надеюсь, это будет не так долго. Давай, забирай. Так, ну, в принципе, собрал, да, и всего лишь 5000. Сколько я здесь побегал, и 5000 коинов всего лишь за все это время. Так, у нас здесь опять картины на воздухе летают, непорядок какой-то. Непорядок, давай, может быть, здесь построим. Опа, шкафчики появились, а здесь у нас тоже, наверное, шкафчики какие-нибудь появятся. Здесь у нас 5000, 6000, ну давайте постепенно, давай еще шкафчики еще поставим. Потом мы вот эту вот штуку приобретем. Или все-таки, блин, 5000 надо наверх, а потом будут стены комнатные, не знаю. Но это же шкафчики, ребята, шкафчики, кафетерия, да? Так пока вообще непонятно, почему у нас стен в школе нет. Кто украл стену у нас, ребята? Кто? А ну, признавайтесь. Так, ну, может быть... Нет, здесь я пока не могу. Не могу. А здесь я, наверное, зря шкафчики поставил, потому что с этой стороны теперь тяжелее будет перепрыгнуть. Так, ну что ж, ну давайте тогда ввысь расти. Раз нам так надо, будем расти ввысь, будем покупать новые стены. У нас будет вообще небоскреб, а не школа. Так, давай, собираем. 5000 соберется? Ну, наверное, соберется. Надеюсь, что соберется. Так, 5000 ровно мы собрали с вами. И давайте ставим еще стены наверх. Так, это у нас что такое? Коины предлагают, что ли? Дополнительные коины за 40 робуксов. Интересное предложение, я не знаю. Пока отказываемся. Может, посмотрим, что здесь все-таки в магазине существует. Випка есть, 500 робуксов стоит. Автокликер, X3, студент коин бонусы. Всякие разные. Ну вот, кстати, смотрите, у нас здесь коинов 50 робуксов стоит. Ну как-то дорого, я могу сказать. Ну блин, 50 робуксов, 100 коинов. Не 100, 10 даже тысяч коинов. Блин, не буду брать. Я лучше здесь покоплю. Лучше, наверное, просто X2 взять. И тогда... Мы с вами, ну, за минуту точно 10 тысяч будем делать, чем вот за раз платить 50 робоксов, не знаю, такое себе удовольствие. Так, давай, собираем мы здесь все. 6 тысяч есть. Ну, давайте мы вот эту вот штуку приобретем. Надеюсь, это что-то у нас полезное. Так, у нас выросли какие-то колонны. Смотрите, какие-то колонны у нас выросли все-таки. Но стен пока что нет. Нужны стены, ребята, обязательно, а то... Как-то без стен не камельфо. Так, сколько у нас получается там что-то стоит? 7500 уже, 7500. Вот это да, вот это расходы. Так, давай собираем здесь все, набираем 7500. Надеюсь, у меня хотя бы начнут появляться стены, блин. Давай. А следующий дроппер, блин, 45 тысяч стоит. Невероятно просто. Так, 7000 нет, а он 7,5 даже стоит. Хорошо. Давай и последнюю, и...
Так, все, да, 7,5 есть. Давайте мы его кубим и посмотрим, что же здесь у нас получится. Так, есть, ребята, есть. У нас теперь появились стены. Наконец-то хотя бы на первом этаже у нас появились стены. Но как-то их все равно мало, ребят. Все равно мало у нас стен. Ну, я думаю, классы мы, наверное, начнем уже строить чуть попозже, ребята. А пока что на этом все. Но если ты хочешь видеть вторую часть, обязательно пиши мне об этом в комментариях. Поставь лайк, подпишись на канал. Не болей, не скучай. Пока-пока.